Это три грации Фонбет и чемпионата России Премьер-лига. Подлинная красота женского баскетбола в каждом выпуске. Игровое качество, которое выгодно отличается к тавкарской рыси, это крадучий, едва заметный переход из обороны в атаку. Только посмотрите. Всего несколько касаний, мяч оказывается на поступах к кольцу МБА. Раиса Мусина совершает ускорение и уверенно завершает эту стремительную атаку. Динамовское дерби всегда сулит яркие моменты. Здесь Арина Масько замечает, что защита дает трещину на правом фланге и тут же бросается на помощь с оглушительным блокшотом. Арина вешает на кольцо замок, а всех нарушителей отправляет в блок. Форвард Енисея Анастасия Комиссаренко облачается в красноярский смерч и разбавляет спокойствие нападения внезапной атакой. Резкой сменой направления движения Анастасия убирает защитника и уже без помехи атакует кольцо. Защита над Комиссаренко невластна, и уже этим она опасна.